Привет. Доброе утро. Делаем чай. А куда ты сыпишь так много? Только две ложки. Мы завтракаем. Всем привет. Доброе утро. Доброе. Тортиком. Мы же не успокоимся, пока его не съедим. Да? Надо, вот у нас остался маленький кусочек. Давай всем наливай чай. Не только себе. Все не будут. Почему будут? Макс, я буду. Конечно. Да, когда я чай наливаю, я всем сразу наливаю, не только себе. Алина к нам еще не вернулась. Представьте себе, сколько ее дней уже нет? 3 дня? Третий день ее уже нет. То она у бабушки, то она у своей тети. Кстати, сегодня у нас день без интернета, 24 часа. Да, конечно. Да. А что? Я отключила интернет. Все, девчонки будут сегодня без интернета. Так нечестно, у тебя в телефоне есть интернет. Маргарита, у себя я не могу отключить интернет. А если мне папа позвонит? А если мне Каролина или что-то еще? Нет, я сейчас только загружу влог и все. Да, это тебе нужен интернет. Вот мне. Да. А я включу тоже компьютер? Нет. Да. Нет. Вы вчера целый день просидели в компьютере, в телефоне. Нет. Сейчас мы будем делать тесто. Ну, не простое, а это, как называется, соленое тесто. Соленое из соли. Не простое, а золотое. Соленое тесто. И потом из этого теста мы будем делать формочки и разные чашечки. Для этого нам понадобится 2 стакана муки. Мы делаем меньше полстакана. Полстакана? Меньше. И больше, немножечко больше, чем 1 стакан воды. Стакан муки, да? А то, может быть, кто-нибудь тоже захочет сделать, будет спрашивать. 2 стакана муки? Угу. Я буду. Они у тебя не полные стаканы. Я буду тоже. А именно с белой муки, да, надо? Да. Вот эти, помните, ребят, которые Маргарита делала такие себе эти чашечки свинки? Свинка, да? И корова. Свинка и корова, вот такие вот они будут делать. 2 стакана муки. Так, что? Сколько соли? Меньше половины. Меньше половины? Все. Меньше половины стакана соли. Угу. И сколько воды? 1 стакан воды. Ну, в общем, теперь замешивайте тесто обыкновенное. То можно еще воды добавлять. И оно должно быть такое... Как тесто. Мягкое. Мягкое, да? Но не сильно жидкое, не сильно густое, да? Я влог монтирую. Сейчас смонтирую и буду выкладывать. Ну, такое оно эластичное, знаете, как пластилин. Мягкое. Чего? Должно быть. Такое, чтобы оно не сыпалось. Трикзак. А еще этот классный пластилин получается из крахмала и шампуня. Угу. Именно крахмал. Не мука, а крахмал. Оно получается такое эластичное. И какой формы будете делать? Это что, пазл? Карл, делаем формы Джудика. Пазл? А может быть немножко делать это? Что? Вот эту штуку побольше, нет? Пазл, почему? Она будет печься и, наверное, деформируется, нет? Нет. Ну то, смотри. Маргарита хотела бокалы сделать. Угу, это классно. Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor. Мне нужно было бортики, сделать тоненькие, потоньше. Мама! Так, мы переделываем. Мы решили переделать и клеить бортики не сверху вот сюда, а по бокам. Так она будет... пошире. В общем, не будет много места занять. Потому что ты будешь сверху клеить, и тут сверху, и тут сверху, тогда оно будет узкое. Вот, и она водичкой смазывает сейчас, чтобы хорошо склеилось. Бортики склеились. Все вот такое вот получилось. Тарелочка такая. Все, еще надо печь? Внутри смазать. А, внутри смазать, Маша, чтобы хорошо склеилось. Угу. Надо... Сколько градусов? 50. Мы на 2 часа. На 2 часа? 50 градусов? Они там еще что-то сделали? Вот, может... вот это вот будет баскетбол, это Макс сделал, это авокадо. Белье надо снять, и я буду вешать... Макс, Сьерра Ла Пуэрта. Новое, которое я постирала. Бассейн мы в этом году ставить не будем, скорее всего, да? Нам, да и некуда нам ставить, куда? Мы же сюда диван переставили. На траву ставить бассейн, только ее испортить. Неизвестно еще, какая погода будет. У нас а целый... где она, у нас июнь. Поставить? Июнь, июль, дожди прошли. Там где-то на траве. Да. Там деревяшки в траву. Да, деревяшки потом по-любому будут от тяжести в землю воды входить. Потому что вода же тяжелая. Ну. Я хочу себе волосы подстричь. Они у меня после Испании вообще, смотрите, как солома.
Мам, я тоже хочу. Еще хуже стали. Марго, а теперь хай. Девчонки хотят красить свои толстовки. Мама, а можно же сделать... Можно сделать вот такие вот, то есть завернуть с нитками? Можно, только толстыми, а у меня нет толстых. Смотри, как она поцарапала ее. Пакетир. Он потом не отмоется. Отмоется. Нет, Ксюша, не отмоется. А тут тоже смотри. Не надо, пожалуйста. Хорошо. Нам еще не хватало потом вот этот камни менять, да. И как вы будете красить вообще? Просто брызгать? Да, просто брызгать. Пятнами. Мама, я не знаю, какие цвета. Ну, прикольно так будет. Какие хочешь, зеленый там или какой тебе? Я хочу розовый. Все, а то сейчас они смешаются и будет одно большое пятно. Вот, сделаю синий. Ах ты зеленый, Макс, дай мне зеленый. Ты такой, милый. Мама, мне так оставить? Да, оставь так. Я хочу так оставить. Вот до завтрашнего дня она пусть лежит. И потом постирать нужно будет, и все. Ксюша, уже сделала? Куда? Да, на эту. На лежак ложи туда. Вот такой крутой. У меня еще есть одна толстовка. И до завтра пусть лежит. Детям стало очень скучно. Они попросили маму, ну хотя бы можно включить музыку. Дискотеку устроить. Нет, не выключаю, пусть варится, просто чуть убавить. Да. Ну что, садимся мы ужинать. Потушила овощи с индейкой. Грудка индейки. Сейчас будем ужинать. Спать ли раньше ляжете, да? Нет. Устроила я вам челлендж 24 часа без интернета. Круто? Нет? Зато смотри, сколько дел сегодня сделали разных. Что? И кофты покрасили. И сделали эти формочки из хлеба, которые еще пекутся. Они уже третий час пекутся, да? Марго! Уборку в комнате Марго. Еще не сделали. Да, скоро папа приедет. Через 2 часа. Нет, через час. Ну, где-то час едет, например. Маргоша скоро будет на велике в школу ездить. Да? Пока будет хорошая погода, будешь ездить на велосипеде. Ну что, кофточки высохли? Нет. Положи. Еще Макс, нет. Нормально положи. Она еще одну покрасила, 2 оказывается. Да. В общем, наши формочки готовы, и мы их сейчас красим. Ксюша будет делать зеленый пазл, а я буду делать фиолетово-розовый. Это нормально. Авокадик мой, и вот тут. Это мой скидбол. Ксюша. Так, все, закончили, девчонки? Нет. И мальчишки? Ух ты, Ксюша зелененькая, классная такая. Макс тоже зеленая. А где твой мячик, который ты покрасил? Мячик. Он там в холодильнике. В холодильнике? Зачем? А теперь Маргарита будет рисовать авокадо. А ты потом сверху можешь черным покрасить, ничего страшного. Зачем черный? А глазки черные же будут? Нет, губки наверх. Да, красный. По бокам вот тут немножко потемнее сделай зеленым, а вот здесь посветлее. Не, я вот здесь вот буду светлее делать, а здесь вот... О, нет, здесь темное, а здесь внутри светлое. Угу. Как ты? Прикольно. Это как такая вот тарелочка для монеток можно, да, монетки туда положить. Ну, что-то мелочь всякую. Мусор, короче. Баскетбольный мяч, ты его раскрасить должна, как баскетбольный мяч. С губками. Угу. Все, Ксюша закончила со своим мячиком. Губастым. Маргарита тоже. Глазастым, губастым. А у него, смотри, глаза так будут. Прикольно. Потом еще надо лаком, чтобы блестело. Круто, да, еще лаком покрыть. Вот это я делаю, и вот это. Они еще мягкие, подсохнут? Да, подсохнут. Вот тут. Они еще немножко мягкие. Классно. Губы такие. Есть? Папа предложил мороженое, пригласил покушать. Макфлюри, Макдональдс. Нет.
Пластунчик всегда здесь катается. Собрались ехать на машине, забыли ключи. Тут классно кататься, да? Угу. Дорога ровная. Ровно-ровно. Ну-ка, дай я попробую. Круто. Отталкивайся и ножку ставь. Нет. Нет. Два, три. Вот, молодец, видишь? Макс, ты хочешь хэппи мил? Мама! 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 Кикериту Марк Сини? А, драймал Эмунемс, аймал Рагуса. Макс не захотел мороженое, он захотел хэппи мил. Мы с девчонками попросили Эмунемс, а папа у нас другое мороженое взял. Рагуса. Какие-то конфетки шоколадные, да? Вот это. Мне нравится. Да, с орешками. Мне нравятся вкусные. Заехали мы за хлебушком на заправку. Мама, он двигается. Покажи хоть игрушки, какие попались. У меня вот какая этот... серия? А, это с этого мультика. Space Jam. Прикольно. А у тебя зайка? Знаешь, как ее зовут? Ее зовут Лола Банни. Угу. Лола Банни? Да. Тут она мячик сидит. А держит. Другого Бакс Банни. А это Лола Банни. Да. Бакс? Да, Бакс Банни такой. А тебе, Маргарита, что попало? То же самое. То же самое? Я мне в комнату поставлю. Угу. Все. Мы вернулись. Купили хлебушек на завтра, на завтрак, на утро. Высохла? Да. Но нет, не высохла. Осторожно, чтобы не поломалась. Положи ее себе туда. Боня, ты мультики смотрела, что ли? А? Мы когда уходим, ей оставляем телевизор, чтобы ей скучно не было, да? Сколько раз мы его взбриваем тебе? Каждые 2-3 месяца, да? Угу. Он очень быстро растет. Да, он очень быстро растет. Это же затылок. Да. Кто спрашивает, зачем Маргарита сбривает затылок? Зачем ты сбриваешь? Потому что мне нравится. Все. Потому что нравится. Сбривать затылок. Красиво. Очень красиво. Каждому свое. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну давай тогда. Некрасиво. Хвостик надо сделать. Так некрасиво. Ну да, если ты сделаешь хвостик, так некрасиво, конечно. Ты либо отращиваешь, либо сбриваешь. Не, я сбриваю. Отращивать не хочешь? Наверное. Вот так вот берем машинку. И вот так вот просто. Можно я? Вань! Сбриваем. Можно я? Нет. Мама, можно я? Один раз? Один раз. Нет! Мама! Вот и все. Ты что, боишься, что она тебя сейчас не то срежет? Ах ты, боже мой. Мама, ты не хочешь. Она вообще лысая будет. Ну, зачем? Она же не хочет быть лысой. Нет. Все? Угу. Вот такой вот рисуночек сделали еще. Такой вот. Рики, тебя тоже сбрить? Рикочкин, мальчочкин. Он вышел сам? Угу, так ушел. Угу. Почему мы не показываем Кики? Потому что она... Мы не берем ее, если она не выходит сама. Когда она выходит, мы это... У меня что, кусает? Если мы снимаем... Ой, я думала, меня кусает, я испугалась. Это усики. В общем, мы ее не достаем лишний раз. Если она сама выходит, мы ее достаем, берем в ручки. Если она не выходит, то мы не берем. Вот он сам вышел. Вот. Она у нас еще старушечка, старенькая уже, поэтому мы ее не беспокоим. Ком за хаусой. Каролина так и не вернулась. Скорее всего, завтра приедет. Или воскресенье. И девчонки говорят, мы хотим спать в Каролине с Максом. А Макс спит с папой и со мной. Мама, давай тут и поспишь. Может, вам такую кровать купить? Нет. Когда нет, бабушка... не надо. Нет, когда бабушка приедет. Ну, в мама место будет. Прикольно было бы. А куда нам другую кровать? Так бы задвигала бы, задвигали бы кровать, и у вас было бы много места. Куда другие кровати? Вы хотите в этой комнате быть? Потом поменяться, да? Мама, если мы такую купим, потом это будет Макс Крина, куда еще одна кровать поместится? Бабушке одну кровать. Ну, а потом еще одна будет. Разобрать и убрать. Чем? Ее можно убрать. Лучше просто еще одну кровать купить. Куда-ка, зачем? Бабуле. Чем такую?
Ну, я просто думала, вам было бы удобнее, так у вас будет две кровати, одна тут и одна там. Или одна тут, другая. Ну, короче. Потому что шкаф мы не будем этот убирать, он так и будет стоять. И плюс еще вас шкаф сюда принести надо будет. И где твоя будет стоять это, столик? Тут? Косметический. Тут не тут. Кровать, там моя кровать. Здесь. Тут. А шкаф ваш? Шкаф там. Короче, кто посмотрим. Решим, кто где будет спать. Когда ты последний раз читала? Уже давно. Ты эту книжку уже год. Я тебе ее год назад, полтора года назад привозила, ты еще не дочитала. Ладно, все, ребят, всем спокойной ночи. Пошла монтировать влог. Я пошла монтировать влог. Окей. Пока. Bye-bye. Спокойной ночи.